Привет всем, кто с нами здесь сегодня. Я тоже включу запись. Так, очень приятно, что вы здесь подсоединились сегодня. Я немножко представлю себя. Я доктор по профессии. Перед тем, как стал доктором, я был профессиональным атлетом в своей стране. Горнолыжного спорта, потом карате спорта. И потом я стал доктором, а сейчас я в бизнесе уже много лет. И на сегодняшний день я работаю совместно с компанией Zinzino. И я сегодня с вами поделюсь своей, так как я вижу, что и как мы делаем в компании Zinzino. Начинаем. Во-первых, чтобы построить очень большой бизнес, миллиардный бизнес, для того я буду опираться в Пол Зейн Пилсер, он автор бестселлеров, и он сказал, что номер один возможность бизнеса в будущем, это будет обучать клиентов про продукты или услуги, которые улучшат их жизнь. И если другими словами это перевести, можно сказать так, что компания должна найти какую-то очень большую проблему, которая касается большинства людей. Второе, надо найти решение, которое решает эту проблему. И это решение должно быть эффективно и экономичное. Значит, чтобы большинству людей это решение подходило, чтобы они могли бы себе разрешить это. И третье, быть на шаг впереди конкуренции, значит, других компаний, других групп людей, которые этим занимаются. И у нас все это есть. Так что я буду говорить сегодня в этом вебинаре на три темы. И первая из тем – это мегатренд. Какой мегатренд на сегодняшний день происходит по всему миру, в котором даже и вы участвуете, когда я это расскажу, вы поймете почему. Даже если вы не с нами, вы все равно участвуете в этой мегатенденции. Второе, это компания. Компания, наша компания, откуда она, когда она начата и как мы работаем, и как про нас можно узнать больше. И третье, это самое главное. Как вы можете принять в этом участие. Так, мы, название компании это Zinzino, мы лидер мирового рынка по питанию на основе тестов. И вот это самое главное, на основе тестов. Как компания начата в 2005 году, это был Ориен Сале и Хильда Сале, но на сегодняшний день эта компания выросла на очень большой гигант по всему миру. Мы даже и в Share Exchange, это как называемое, где котируемые акции нашей компании публично. И мы в NASDAQ, мы посылаем продукты на 100 стран. И у нас даже есть фонд благотворительности, где мы даем учение, как школу, обучение, школьное обучение детям, у которых нет таких возможностей. И, как вы видите на этой карте, что по многим странам в четырех континентах есть наши офисы и работающие люди из офиса. Как я уже сказал, мы в NASDAQ, у нас все финансовые данные открытые, так что вы можете это просмотреть через Google или найти в NASDAQ. И вы можете посмотреть, что наш оборот в прошлом году был 176 миллионов евро. Это был 23% рост в те времена, когда многие компании либо стагнируют, у них плато такое, значит, они не растут, или даже падают, а мы растем очень быстро. И, как вы видите, во время корона-локдауна этого называемого, мы росли даже 40,
9-48%. Как же нам это удается? И мы прогнозируем, что наш оборот в 2028 году будет 1 миллиард евро. Как это сделать? Почему так хорошо нам идет этот бизнес? И вот здесь ответ на это. Это мегатенденция, которую я вам обещал сказать, что вы тоже участвуете в этой мегатенденции. Какая же она? Это мегатенденция ухудшения еды. То, что мы кушаем, прошлое десятилетие было лучше, 20 лет назад было лучше, чем сегодня, и чем 10 лет назад, а 50 лет назад было еще лучше. Но так было не всегда, но все равно на сегодняшний день большинство людей, они уже, у них такая проблема, что они понимают, что еда, пища, то, что они кушают, не дает им все составные, из которых сделано тело, и в том большая проблема. Так что 500 миллионов людей во всем мире употребляют омега-3 добавки. Это рыбий жир, некоторые называют, либо капсулы по омега-3. 1 миллиард они употребляют витамины, микроэлементы, они начинают, бросают это, опять возвращаются к этому. И 1,5 миллиарда людей пробуют разные диеты. Они то на одной диете, через 5 лет мы спрашиваем этого человека, он уже на другой диете, с другой идеологией. Вот. И почему это так? Потому что это большая-большая проблема, и разные люди по-разному пробуют решить эту проблему. В чем заключается очень интересная фактическая ситуация? В том, что когда норвежские ученые начали делать тесты и измерять, как этим людям повезло или нет, и они сделали хорошую коррекцию своей пищи и еды или нет. И что шокировало ученых, что почти все, которые были тестированы, у них тесты были красные. Красные – это плохие показатели, очень плохие. Это такие показатели, которые ведут к последствиям. Как мы называем, есть желтая еще зона, это уже отклонение, но еще можно как-нибудь проскользнуть с некоторыми последствиями. И есть зеленая зона. Это хорошие показатели, нормальные, такие, как наша генетика, как наше тело хочет, в каких параметрах быть. Так вот, большинство людей, даже тех, которые были на диетах, которые употребляли омега-3 добавки, которые были на витаминах и разных БАДов, биоактивных добавках, они не прошли тесты. Вот в этом заключается вторая мегатенденция, которая идет сверху этой мегатенденции по ухудшению еды. Это вторая мегатенденция, это называется test-based nutrition или питание на основе тестов, а не на гадание, не на том, что поверь мне, какой-то продукт там самый лучший, потому что он из Америки или он там откуда-то из Азии или еще какие-нибудь там сказки про продукт. Это тест. Тест, он измеряет объективно, и можно узнать, как же нам получилось или нет решить проблему. Так что представьте себе, 97% всех людей в мире, и это только по одному тесту. Если смотреть по нескольким тестам, 100% людей, у них проблема, у них недостаток, дефицит одних или других веществ в теле. Это подтверждает независимая лаборатория. Это не вы говорите. Этот тест сделан в независимой лаборатории, и он показывает этому человеку, что у него проблема. И почти все, которые сделали тест, у них тест показывает, что они в красной зоне, и самые лучшие тесты это в желтой зоне. Очень редко попадаются люди, там из тысячи иногда бывает один совсем зеленый тест. Вот. Я уже работаю в этой сфере 13 лет, каждый день, с утра до вечера, и вот то, что я видел, я с вами делюсь. И у вас есть решение. У вас есть решение не только, что вот вы дадите что-то там употреблять. У вас есть решение, которого человек, который употребляет,
Через 4-5 месяцев мы повторно делаем тесты, опять в этой независимой лаборатории. И тесты показывают, что мы либо вернули 70% нормы, когда было 30 только, либо 80, мы тогда повышаем немножко дозы. Или иногда бывает, даже если нам получилось эту дозу, как сказать, ну, мы гадаем дозу по весу тела и так далее, потому что у разных людей разное усваивание, разная физическая нагрузка, так что мы должны отгадать, какая доза по весу тела. Мы это делаем, почти уже научились попадать всегда в 100%. И если мы это делаем, тогда бывает уже тесты, второй тест 100%. Ну, а если еще не 100, мы тогда работаем до того, как у человека 100%. И вот представьте себе, что вы в таком положении, и у вас есть решение, которое тестами измерено, и вы знаете, что это в точности поможет. Вот. Так что большинство людей, опять, хотят быть здоровыми и в хорошей форме, но на сегодняшний день большинство людей этого не получают. И Гиппократес тысячи лет назад говорил, что надо делать, во-первых. Он не писал, что надо идти к доктору. Он не писал, что надо лекарства. Он сказал так. Если вы просмотрите, что вы едите, какую пищу вы едите, вы там можете найти причину своих болезней. Но если вы этого не сделаете, ваша пища станет лекарством. Так что и это не случайность, это тысячи лет назад, сотни лет назад пища была изготавливаема природой. На сегодняшний день это, как я говорю, совместное предприятие из природы и людей. И это не всегда так работает, но так же, как просто природа выращивает еду. И это не только плохо, потому что когда природа выращивала еду, были периоды, когда люди умирали, даже в Европе, из-за того, что был недостаток еды, из-за суши или чего-то еще. На сегодняшний день, когда предприятия люди и природа совместные, на сегодняшний день у нас перепродукция еды. Но есть другие проблемы. Начались дисбалансы пищевых веществ, нутриентов в пище. И некоторых веществ слишком мало, так как почва уже исчерпана. Или и фрукты, и овощи, они снимаются с веток раньше, чем их время. Или мы кушаем слишком мало рыбы, слишком много других продуктов, сахара, например, слишком много муки, и зерна, и кукурузы, и сои, и так далее. И начались недостатки, и переизбытки, и дисбаланс. Вот в том заключит сегодняшняя проблема. И по моему опыту, не консерванты самая большая проблема, и не то, что многие из людей думают, потому что от консервантов отказаться сегодня очень трудно было бы. Всем 100% людей, наверное, это невозможно даже. И это не загрязнение воздуха. Это то, что можно измерить и что можно исправить. Вот. Так посмотрим. Из всех, все, что в еде не так, самая главная составная, которая на сегодняшний день влияет на наше здоровье, это омеги. Это вы, наверное, слышали про омега-6. Про омега-6, может, не все, но про омега-3 точно вы где-то слышали. Вот омега-3 – это рыбий жир или жир, который изготавливается под водой, водорослями. Рыба только есть этот жир, и в мясе рыба можно найти как будто концентрат, натурально концентрированное омега-3. Омега-6 – это на суше. Все растения вырабатывают омега-6 жир. Проблема в том, что наша генетика хочет, мы так сделаны генетически, что у нас в клетках и омега-6, и омега-3 –
у них очень серьезные задания в нашем теле, и их баланс должен быть один к одному. Значит, столько, сколько вы кушаете омега-6, столько же вы должны съесть хорошо стабилизированного омега-3, и в ваших клетках мы должны находить один к одному баланс этих двух жировых кислот. Если начинается дисбаланс, омега-6 повышает воспаление. Значит, чем больше вы съедаете омега-6, тем больше воспаления у вас находится в теле. Это хроническое бессимптомное воспаление, как называют ученые. Что это означает? Вы идете к доктору, и вы измеряете все функции вашего тела. И все функции еще показывают, что вы в норме. Но если мы делаем омега-6, омега-3 баланс-тест, мы видим, что вы в большом-большом отклонении. И у вас уже происходят процессы, которые в медицинских тестах вы еще не видите. Мы увидим на медицинских тестах это через 10, 20, 30 лет, но тогда у вас уже будут невозвратимые повреждения в теле, в тканях и в органах. Так что это надо исправлять сейчас, пока еще ваши медицинские тесты хорошие. Но если у вас уже отклонение в медицинских тестах, показывает воспаление, или вам болит где-то спина, или мускулы, или боль в теле, может быть одним из симптомов недостатка омега-3 и переизбытка омега-6. Потому что омега-3 понижает воспаление. А чем больше воспаления в вашем теле, тем больше боли. И есть еще многое, что происходит неправильно, если вы отклоняетесь от 1 к 1 баланса. Теперь 3 к 1. Ученые говорят, что это все еще все в порядке. 3 к 1 это еще разрешает. Алло, алло. Вы меня слышите? Да, все хорошо, супер. 4 к 1. Если мы превышаем 4 к 1, у нас начинается большая проблема в теле, потому что многие процессы происходят неправильно. 15 к 1 – это столько, сколько у нас сейчас в Европе. В Скандинавии 12-13 к 1, но в Европе средний показатель – это 15 и даже больше – 20-25 к 1. Вот это очень-очень большая проблема, которая нас... Мы стареем быстрее, и вот сейчас я немножко пройдусь через какие последствия нам происходят в теле, когда у нас такой дисбаланс. Мозг наш, в нашем мозгу есть очень много омега-3, там должно быть много, но у многих людей уже недостаток. Это начинается с детства, и некоторые из наших детей гиперактивные, и это может быть одним из симптомов недостатка омега-3 в мозгу. И это можно исправить. У некоторых у нас уже память не всегда хорошая, да, у взрослых, у пожилых людей. Или мы все время усталые, мы утром встаем и думаем, как будто спал, но что-то очень чувствую себя усталым даже с утра. Или мы пьем третью чашку кофе во время обеда, и мы уже думаем, как я хочу спать, или я не могу концентрировать внимание, или я за рулем начинаю засыпать. Вот все это может быть симптомами недостатка омега-3 в мозгу и с этим связанными последствиями. Вот. Если боли у вас в суставах, в мускулах, даже после физической нагрузки, я увидел, когда у меня баланс, когда я пришел в баланс омега-6, омега-3 и измерил, я увидел, что, помните, я профессиональный атлет, бывший, у меня после физической нагрузки мускулы болят намного меньше, чем прежде. И еще, если у вас, вы когда-нибудь пошли к кардиологу, и кардиолог вам сказал, что что-то у вас не так с сердечно-сосудистой системой, это тоже может быть последствия недостатка омега-3 и переизбытка омега-6. Вот такая
такие последствия, и я мог бы еще рассказывать и рассказывать, сколько много этих последствий разных в вашем теле. Еще одно, что я хочу сказать. Кожа, если вы увидели, что ваша кожа, вам кажется, что стареет быстрее, чем вы хотите, чем ваш хронологический возраст, значит, это может быть одно из последствий переизбытка воспаления в вашей коже. Конечно, вы можете еще увеличить это с слишком много на солнце или курение и так далее. Но даже если у вас образ жизни здоровый, вы, наверное, все еще можете выглядеть моложе и чувствовать себя моложе, когда у вас омега-6, омега-3 баланс в норме. Есть еще один процесс, в котором участвуют омега-6 и омега-3. Это промежуточность, не знаю, это правильное слово или нет, ваших клеточных мембран, как нутриенты заходят в вашу клетку и как то, что уже не нужно клетке, удаляется из клетки. Если у вас баланс омега-6 и омега-3 нехороший, это у большинства людей, все ваши клетки мозга, ваши клетки по всему телу, они немножко голодные и немножко в состоянии интоксикации своими же метаболитами. Это своими же веществами, которые уже эти клетки должны удалить. Вот. Так что, во-первых, что надо сделать, если вы серьезно думаете про долгожительство, про здоровое тело и про хорошее самочувствие и молодость и долгожительство, самое первое, что я бы вам рекомендовал сделать, это возвратить свое тело в нормальный омега-6, омега-3 баланс меньше, чем 3 к 1. Вот. Тесты делаются в независимой лаборатории в Норвегии. Так как сейчас я немножко говорю про продукты, но я немножко вас хочу возвратить в нашу тему. Сегодняшняя тема – это бизнес. Да? Но в бизнесе очень важны все составные. Так мы начали с компании, мы немножко обсудили мега-тенденцию ухудшения еды. И вторую мега-тенденцию сверху этого – это тест, на тестах основанное питание. Теперь мы немножко прошлись через продукт, через тесты и продукт, который нам нужен. Если мы не будем поправлять омега-6, омега-3 баланс, у нас будут последствия. И у всех людей, у 8 миллиардов людей будут последствия очень-очень тяжелые. Так вот, сейчас пришли до того, почему нам очень хорошо везет этот бизнес как компании. Это из-за того, что была использована инновация. Эта инновация – это тесты. Потому что без тестов таких компаний очень много, которые продают что-то, они объясняют, они там себе в грудь говорят, что да, мое это самое лучшее, покупай мое. И это создает такой хаос в рынке. И эта инновация нас всех освобождает от этого хаоса, потому что не надо тогда никакой философии, никакой фантазии, никаких историй про это, ничего этого не надо. Надо просто проколоть палец, сделать тест в независимой лаборатории, и произойдет объективизация, а не философия. Вот эта инновация, она привела нашу компанию к очень стабильному и очень быстрому росту, потому что тогда мы хотим создать ценность своим клиентам. И когда мы смотрим со стороны бизнеса, создавать ценность, самую настоящую ценность, это долгосрочный бизнес. Это бизнес, когда люди не хотят отказаться от продукта, потому что мы на самом деле их возвращаем в норму, и мы даже измеряем это. Значит, длинном порядке мы даем такую ценность, что люди не хотят расставаться с продуктом. Они лучше расстаются с деньгами. Этих денег не надо очень много, чтобы наши продукты покупать, и с этими продуктами
возвращаться в лучший баланс с нашей едой. Мой тест, да, сейчас немножко про меня, когда я бывший доктор, и я, когда мне сделали этот тест, я был очень скептичный, я думал, что это, наверное, просто еще какой-то тест, который, наверное, ничего не значит, там покажет что-то хорошо или плохо. Ну вот, я получил красный тест, но я употреблял омега-3 добавки. Очень интересно, да, я надеялся, что мой тест будет зеленый, но он был красный. Почему? Я немножко объясню позже, но меня это немножко заинтересовало, но я все еще был скептичнее. Я думал, что тут кое-что, что мне может быть и не надо. Но посмотрите немножко глубже. EPA, это эйкозапентенная кислота, минус 74%, если вы можете видеть в экране, там очень маленькие цифры, минус 74%. Подумайте визуально, что это такое. Да представьте себе машину, которая должна стоять на четырех шинах. Четыре колеса и четыре шины. А из четырех шин на четырех колесах только одна шина. Это 25% шин есть. А три колеса на металле. Вот так мое тело чувствовало себя. И у меня была астма. Я должен был ингаляторами себя выручать и таблетками. Четыре лекарства разных. И вот тогда, когда мне сделали этот тест, я тогда еще этого не знал. Но когда я начал употреблять средства, которые возвращают меня в норму, моя астма начала пропадать. И сейчас я уже 12 лет как не употребляю никаких лекарств. И у меня здоровье нормальное. Я дышу так, как любой другой человек. Может быть, немножко хуже. У меня, наверное, уже есть невозвратимых повреждений. Но мне лекарства не нужны. И вот в этом заключается, когда мне так случилось, тогда я уже заинтересовался, и тогда мне стало интересно, и как выглядят тесты в других странах, и что это за формула, почему это работает, и так далее, и так далее. У меня все начало очень быть интересно, так что мне стало все интересно. И вот смотрите, сегодняшний день я живу в Португалии, в Лиссабоне, 18, почти 19 к 1. Это очень плохо, это очень глубоко в красной зоне. Это средний показатель 1400 тестов. Но посмотрите в других странах, Испания, Германия и так далее, Соединенные Штаты. Тестов много сделано. Это средний показатель и тех, которые не употребляли никаких омега-3 добавок, и тех, которые употребляли омега-3 добавки. Опять я вас хочу возвращать в бизнес, да? Бизнес, по бизнесу, как вы думаете, это хорошо или нет, это плохо? Это очень-очень хорошо, потому что у нас работы по всему миру вот столько. И рынка вот столько, и столько, и столько. Это невозможно исчерпать. Это очень большой рынок. Решение, как мы говорим, это протокол здоровья. В нем есть 3 или 4 продукта. Первый. Как я уже говорил, самое главное – это жировые кислоты, это Balance Oil, который по-настоящему работает. Опять, если кто-то из вас слушает сегодня эту лекцию и думаете, ой, это настолько важно, я завтра побегу куда-то в аптеку и куплю омега-3 какой-нибудь, не делайте этого, потому что мы измерили очень много людей, которые употребляли одни или другие, или третьи, или самые лучшие омега-3 добавки, и у них тесты были красные. Balance Oil на самом деле работает. Если кто-нибудь из вас хотите узнать, как он работает, у нас будут лекции и по продуктам, мы тогда объясним немножко глубже. Зенобиотик – это клетчатка. Это второе, что нашим телам очень нужно, нашим хорошим бактериям, которые в вашем толстом кишечнике. Если этого недостаток, у вас будут другие проблемы. Даже и с мозговыми функциями, потому что серотонин изготавливается в кишках, часть серотонина. И еще есть многое что пойдет не так, если у вас клетчатки слишком мало, а у большинства людей в их еде клетчатки очень мало. Половина или 1/4 только.
Третье решение, третий продукт – это Extend, это микроэлементы, витамины и так далее. Там 40 разных микровеществ, которые очень нужны нашим телам. И по всем этим веществам, если вы проверите статистические данные, по всем у нас недостаток. И четвертое – это Viva, это экстракт шафрана. Это натуральные, все эти продукты натуральные, посмотрите на упаковках, есть плюс, Balance Oil Plus, Xenobiotic Plus, Extend Plus, Viva Plus. Что это значит? Это значит, что в продукте нету ни одной молекулы, которая не из природы, ни одной молекулы синтетической, все из природы, так что это очень чистые природные, да, вещества, это то, что должно быть в наших телах в большем количестве, чем на сегодняшний день. Все это измерено, и вот потому мы это и употребляем. Когда я начал употреблять, второй мой тест, я только употреблял еще Balance Oil, и он был нехороший, я не употреблял столько, сколько надо, я забывал, я просто... Ну, как сказать, думал, что тут что-то такого, что мне не надо. Но даже с желтым тестом у меня уже астма почти ей не было. И тогда я очень серьезно уже заинтересовался. И мой четвертый или пятый уже тест был весь зеленый. У меня уже доза была достаточная. И я уже употреблял весь протокол здоровья. И на сегодняшний день я вам могу поделиться, что у меня, я как будто получил новое тело. У меня боли закончились в спине и в суставах, которые были. Я думал, что это я профессиональный атлет, так уже и будет, но нет, это прошло. И я почти уже никогда не бывает. Иногда, если я слишком много спортом занимаюсь, но очень-очень мало, там 1-5% осталось того, что было. И я уже дышу нормально, и еще многое что у меня изменилось в теле. Ну вот, у нас есть много сертификатов. Давайте быстренько пройдемся через несколько слайдов и пойдем к самой главной теме на сегодняшний день. Как вам в этом участвовать и как вам получить разные выгоды из этого, в том числе и удовольствие помогать кому-нибудь, своим родным или близким. И также и деньги, и еще больше кое-что, поездки и друзья новые и так далее. Но кому это нужно, да, чтобы понять? Это нужно всем. Это не какой-то процент населения, это не какая-то группа населения, это все. Это от беременной женщины и вот этого ребенка, который еще... там маленький, или от ребенка, который уже родился, и взрослые, и пожилые люди, всем, и те, которые занимаются спортом, и этих health claims, я не знаю, как на русский перевести, это то, что в Европейском Союзе есть структура, которая называется European Food Safety Authority. Это по безопасности еды такая структура, да, и она говорит вот сколько много про эти вещества, насколько они нужны. Например, вот зубы тут есть. Я уже на сегодняшний день 12 лет, наверное, я хожу к одонтологам, и мне не надо ничего там чинить. Мои зубы стали намного здоровее, и они выдерживают нагрузку, и все. И так как прежде я ходил, мне надо было то один зуб, то другой зуб чинить. Так вот, и есть еще и про здоровье костей, про сердечно-сосудистую систему, про иммунную систему, и про работу мозга, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. Спортсмены, я очень рад и я горжусь этим, что олимпийцы и команды, они выбирают Зензино. И это не случайность. Когда мы приходим к ним, у некоторых из них там команды нутрициологов и докторов, и мы делаем тесты, и тесты красные. И тогда мы спрашиваем, что вы тут делаете?
Чем вы тут занимаетесь? Что вы тут, какими диетами вы пользуетесь, что у вас тесты красные? И тогда, когда мы приходим, всем другим приходит время уходить. И тогда мы делаем все по тестам, и мы возвращаем этих атлетов в нормальное состояние. И это на их результаты очень сильно, сильно влияет. Ну вот, но давайте переходить на то, как же вам, что вам с этим делать, с этой информацией, с этой компанией, с нами. Я объясню, что есть, по моему мышлению, есть три пункта, что надо, чтобы вы могли бы построить себе что-то, что вы, наверное, хотите. Я думаю, что каждый человек, с которым я общался, я спрашивал, хотел бы ты работать когда-нибудь меньше часов, но зарабатывать столько же, как сегодня, или больше? И я, ну, если шутя, то кто-нибудь может отвечать, что нет, но в самом деле в сердце мы все хотим когда-нибудь, может быть, отдохнуть и получать столько денег, чтобы мы могли жить хорошо, нормально, а работать иногда меньше часов. Вот. И как же это сделать? И это возможно сделать с нашей компанией. Так на то нужны три пункта, три темы, три составные. Первое – это должен быть продукт, с которым люди не хотят расставаться. Они лучше расстаются с деньгами, чем с продуктом. Как вы думаете, я в эту часть людей захожу или нет? Так как мне, если я употребляю меньше балансойла, у меня астма возвращается. Да, я никогда не хочу употреблять меньше балансойла. Я клиент на всю оставшуюся жизнь. И у меня таких клиентов уже 60 тысяч в моей команде, потому что они не хотят расставаться с продуктом. Вот это первая составная. И продукт покупается каждый месяц. Он не стоит много. И вот продукт очень-очень сильный. Второе. Нужна компания, которая поделилась бы с вами деньгами от оборота части рынка, которую вы создали. Это от оборота ваших клиентов и ваших командных клиентов. Не только от продаж, но и потом от употребления. Потому что если у вас идет оборот от употребления, тогда значит вы можете создавать эту команду людей, но потом, даже если вы не работаете, употребление идет дальше, и вам приходят деньги. Это второе. Третье – это командная работа, чтобы у вас была команда, которая может вас учить, и чтобы в команде были много людей с разными опытами, и чтобы вы могли бы выбрать ваш путь, какой из этих путей вам подходит наиболее. Ну вот. И про это говорил Киосаки, я не буду здесь оставаться, это квадрант денег, но я покажу кое-что другое, что мне больше даже нравится, это, может в этой презентации я это вынял, но хорошо, тогда давайте я посмотрю, может быть я вам это покажу все-таки. Да, если ваши деньги к вам приходят, только из-за вашей работы вы уделяете время и усилия, и за это вы получаете деньги. Вы создаете какой-то продукт. Если вы не приходите на работу, этот продукт не создается, и лампочка не горит. Тогда вы денег не получаете. Это стандартный доход из работы где-то в какой-то компании. Теперь совсем другая схема. Это когда ценность создает не продукт, не ваш создан продукт. Ценность создает что-то, как вот электричество, да? Это не ваше создание. Но если вам платятся деньги за то, что вы положили провод от изготовления до употребления, и на всю оставшуюся жизнь часть вот этого счетчика принадлежит вам, тогда вы время можете не уделять этому счетчику, вы можете идти и создать еще один счетчик, еще один. И сейчас вы, наверное, понимаете,
Как же это получается, что тогда доход может быть почти не ограничен? Вот. И в нашей компании есть очень много инструментов, с которыми вы можете работать. Это я не буду погружаться сюда, когда вы будете партнерами, вы узнаете, что у нас очень много инструментов, которые очень хорошо работают. У нас даже есть собственный телеканал, в котором вы можете просматривать видео или посылать даже видео, если вы не хотите сами объяснять и сами становиться учеными, тогда вы можете просто посылать кому-то видео, где ученые говорят, и вам это не понадобится тогда самим это делать. Вот. И мы зарабатываем деньги двумя методами. Это первый метод, когда мы набираем собственные клиенты. И я в этом методе вам не советую оставаться на очень долго там, но очень-очень много набирать клиентов, но вы получаете до 30% от оборота ваших собственных клиентов. Когда вы собираете команду, и ваши партнеры в вашей команде набирают клиентов, это называется командные клиенты. И вот этого оборота вы получаете до 15% от всего оборота. И у нас разных бонусов и разных счетчиков, как я говорю, есть очень много. Я не буду погружаться очень глубоко сегодня в эти счетчики. Все это можно прочитать в комиссионном плане. Но давайте посмотрим, какое время сейчас, хорошее или не совсем. Это самое лучшее время на сегодняшний день, по моему мнению, начинает этот бизнес. Почему? Я работаю с 2011 года. Тогда было намного труднее работать, потому что еще не были созданы все эти инструменты, которые у нас на сегодняшний день есть. Мы еще только начинали работать с профессиональными атлетами и так далее. Было немножко труднее. На сегодняшний день у нас уже 750 тысяч употребляющих каждый месяц. И это очень большая цифра и в том же очень маленькая. Большая, когда мы думаем про одного человека или одну страну, но очень маленькая, когда мы думаем про весь мир, 8 миллиардов. Так что самый большой рост все еще впереди. Мы до 2025 года, а может быть и быстрее, у нас будет 1 миллион клиентов, до 35 года у нас будет 20 миллионов клиентов, и до 50-го у нас будет 100 миллионов клиентов. Так что и за собственные клиенты, вот Гильда очень тут радуется этой программе, потому что у нас не только те, которые строят команды, но и те, которые набирают клиентов, они могут зарабатывать очень много денег. Но давайте посмотрим, клиентам мы еще отдаем деньги за транспортирование, и от седьмой покупки абонементной мы отдаем даже 10% от всех покупок, даже вкладывая транспортировку. Так что это получается иногда даже до 18% или более-менее. Это очень нравится нашим клиентам. Но давайте посмотрим, как же строит этот бизнес с командой. И с командой, как я уже говорил, ваш доход почти не ограничен. Самое большое ограничение – это мы сами. Когда мы не делаем этого или мы не хотим учиться. Но если мы хотим учиться и мы делаем, у нас доход может быть неограниченным. И мы работаем... Это не обязательно. Вы должны покупать кит, какой-то набор партнерский. Вы можете стартануть даже и за 0 евро. Но мы всегда рассказываем про самый лучший вариант, как построить этот бизнес. И самый лучший вариант это взять из компании, почему я так говорю, сейчас поймете, взять из компании Ultimate Partner Kit. Когда мы рассказываем про Ultimate Partner Kit, мы объясняем, что это не ваши продукты. Это продукты компании, и вы можете их получить за бесплатно. Но есть
есть правило, как это сделать. Если вы берете этот комплект и через 12 месяцев набираете 25 пренумерат какого-то продукта, и сейчас я расскажу, как это сделать, это работает каждый раз, когда человек это делает, тогда вам все эти деньги, которые тут написаны, это 1159 евро, возвращаются обратно. Значит, за этот комплект платят только те, которые ничего не делают, когда получают этот комплект. Тогда компания хочет взять обратно хотя бы себестоимость этих продуктов. Но если человек делает то, что я сейчас расскажу, надо приходить к своим друзьям, близким, друзья и всем, кого вы знаете, с тестом. И не надо ничего объяснять. Некоторые люди не любят продаж или не любят продавать, и некоторые даже не любят, когда им продают что-то. Но обсудить про тест, большинство людей, они соглашаются. И если вы приходите, ничего не объясняете, вы просто говорите: слушайте, друг мой, слушай, я сделал вот этот тест себе, у меня красный показатель, я хочу тебе тоже этот тест сделать. И тогда, если это самые близкие, как родители, может быть, вы купите им, за бесплатно сделаете этот тест. Но если это друзья ваши, тогда вы можете сказать им: сейчас не надо будет платить, я тебе сделаю этот тест, но только с обещанием. Если тест покажет, что у тебя очень большой недостаток омега-3, можем мы договориться, что ты тогда будешь покупать то, что тебя вернет в норму. И если вы это обещание получаете, вы можете делать тест. Когда после 2-3 недель у вас есть отчет, чаще всего отчет красный. И тогда вы можете сказать этому человеку, что если он исполняет свое обещание, он становится клиентом. Когда он становится клиентом, вы можете этот тест, регистрацию сделать так, что этот тест приходит не клиенту, а вам как партнеру. Значит, все тесты возвращаются вам. И вероятно, что 97% всех, которым вы сделаете тест, это в Скандинавии, если вы в Испании, тогда 99, наверное, процентов тесты будут плохие, и эти люди будут становиться вашими клиентами. Тогда вы крутите по второму кругу эти тесты. И за 12 месяцев вы наберете намного больше, чем 25 клиентов, этих пренумерат. Вот так мы работаем. Это самый лучший способ. И вот это 1159 мы называем как гарантия. Просто гарантию мы ложим в Зензину, берем бесплатную эту коробочку, делаем то, что надо с этим делать. Не сами употребляем это, а работаем с этими продуктами. Мы можем даже как подарок каждому, кто с нами согласился, дать по бутылочке Balance Oil, и вот все эти продукты отдать. Это не на продажу эти продукты, это на маркетинг, на то, что информация перешла другому человеку лучше, чем если вы просто приходите и что-то там рассказываете. Вот таким способом мы работаем. И есть еще auto-order, такой называемый, который можно за бесплатно получать каждый месяц. Это один продукт плюс другие выгоды. И тогда вот теперь немножко расскажем, что получается, когда у вас в команде 10 людей. Подсчитайте сами. Представим себе, что у вас 10 партнеров уже в команде, и у всех есть по вот этот Ultimate Partner Kit называемый. У каждого в этом Ultimate Partner Kit есть по 10 тестов. Прошу прощения за мой русский. Я каждый раз буду все лучше и лучше, но это я делаю не каждый день, так что на русском. Так что, да. 10 партнеров, у каждого по 10 тестов. Это 100 тестов в вашей команде. Если эти 100 тестов будет крутиться опять и опять, вы очень быстро наберете 100, потом 200, потом 300.
и больше клиентов. Вот так работает этот бизнес самым лучшим путем. Так что это самая большая рекомендация всем стартовать с Ultimate Partner Kit. И вот OutOrder здесь написано, это вы можете не платить эти 81 евро, а получать за бесплатно. Теперь вы тоже можете получить и больше продуктов за бесплатно. И каждый клиент может получать продукты за бесплатно. Как же это делается? Когда у клиента есть 4 пренумератора под этим клиентом, 4 раза больше оборота, чем покупает этот клиент продуктов, тогда его продукты становятся за бесплатно. На, и теперь посмотрим, как же построить этот бизнес, как построить большой оборот по всему миру. Мы это называем система 2 плюс 4. Очень-очень простая. Ничего тут сложного нету. Это 4 пренумераты, во-первых, и за это мы получаем 100 евро. И тогда мы идем и находим двух партнеров. Значит, 4 пренумераты. Вы можете и сами покупать эти 4 пренумераты. И два партнера. Сколько дано дней на это? 60. На 4 пренумераты 30 дней, на 2 партнера 60 дней. Знаете, честно говоря, это можно сделать за 3 часа или 6 часов, или может быть даже быстрее, может даже за 1 час. Если вы становитесь партнерами, покупаете себе 4 абонемента, и, может быть, вы приглашаете нескольких друзей прослушать всю информацию, и вы тогда их тоже регистрируете с Ultimate Partner Kit. У вас это второй этап пройден, и вы получаете не 200 евро, а 400 евро. В общем порядке вы получаете уже 500 евро за этот этап. И вот это с этого момента начинается дубликация. Значит, вы просто будете помогать своим партнерам сделать то же самое. Тогда у вашего партнера А находятся два партнера, у вашего партнера Б два партнера. Они просто делают то, что вы уже сделали. На это 90 дней уделено. И за это вы получаете плюс еще 1200 евро на том, что вы уже заработали. Это 1700 евро в вашем кармане уже в этом третьем этапе. И на этот этап, может быть, надо немножко больше дней, но точно не 90 дней. Если вы делаете первый этап за одну неделю, представим себе, или за несколько дней, ну, может, одна неделя на этот этап пройдет, если вы будете это делать правильно. Ну и четвертый шаг, это когда вы набираете еще 10 клиентов, еще 6 клиентов, прошу прощения. Я вижу, что у меня тут слайды неправильно идут, но сейчас, секундочку. Так, да, если вы набираете еще 6 клиентов, у вас еще один бонус 150 евро, и в общем порядке вы получаете 1850. Значит, если вы вложили 1200, эти 1200 придут вам обратно за Ultimate Partner Kit. Вам придут обратно через 12 месяцев. Но тут уже через неделю или две или три вы уже заработали больше, чем вы вложили. И тогда надо просто другим людям, потенциальным партнерам это показать. И когда они увидят это, что эти деньги по-настоящему пришли к вам, они будут стартовать как партнеры. Так что вот таким способом мы и работаем. Это называется, вы достигли многих титулов, как Q-Team, X-Team, бронза и Silver. И вы, сейчас, секундочку, я пройду через эти слайды, которые у меня не очень-то правильно работают. Мы называем это карта, которую надо дублицировать. Да, ключевая карта дублирования. И вот когда все в команде делают эти несколько шагов, так же, как я вот объяснил, вы получаете все побольше и побольше титул в компании. Если кому-нибудь слишком сложно, вот то, что я тут показал,
У нас есть такие, как я говорю, баранки в бэк-офисе, в нашем офисе, в онлайн-офисе. И там можно почти ничего не знать про то, что я объяснил. Там все написано, когда дедлайн у вас, кто надо сделать, сколько чего набрать. И даже если мы чего-то там не понимаем, мы тогда можем спросить своего партнера, который вас позвал сюда, и он вам объяснит. Так что это все просто. Даже тут показана кабина пилотов в самолете, но это не так сложно. Я бы сказал, это как рулить машину. Больше знать всего не надо, как работает мотор и как работает машина, но чтобы рулить, надо научиться только несколько функций, и вы можете это делать. Так что давайте пойдем в следующий слайд и посмотрим. Когда у вас двое сильверов, называемых, вы становитесь голдом. Когда у вас 4 сильвера, вот этих fast start, которые уже сделали, либо 4 сильвера, либо 2 голдов, вы становитесь экзекутивом. И тогда вы начинаете получать еще сверху всего, что мы уже обсудили, вы получаете по 200 евро телефонный бонус каждый месяц. Тогда, если у вас 2 экзекутивов или 4 голда или 8 сильверов, вы становитесь платином. Ваш доход 1400 евро каждый месяц. И потом вы становитесь даймондом, называемым. Когда вы становитесь даймондом, вы начинаете получать каждый месяц по 1000 евро бонус машины. Машину вы можете выбрать, какая вам подходит и которую вы любите, и получать эти деньги и платить банку или как вы решите, как это сделать, но вы получаете каждый месяц по 1000 евро на машину. Потом вы становитесь директором, а с директора, с этого титула, даже раньше иногда можно квалифицироваться, вы едете со всеми Zenzino-директорами и выше титулами на такой называемый директор-трип, где все оплачено, мы только должны прийти на самолет. Самолет оплачен, 5-звездные гостиницы оплачены, и мы должны туда приехать только, и там все на всю неделю заплачено. Но это еще не самое главное. Самое главное, кто собираются там. Потому что это люди, которые тоже это сделали, и это очень-очень полезно для мышления, для как мы видим жизнь, как мы видим все и проблемы, и то, что мы сделали в этой жизни, и наши удачи и так далее. Вот эти люди, у них очень интересный взгляд на жизнь, и это очень интересное общество людей. Вот я очень рад вот этими друзьями, с которыми я познакомился на этих директор-трипов. И потом вы становитесь крауном и амбассадором. У нас другая поездка. Так что если вы становитесь амбассадором, вы едете на две поездки в каждом году. Это Diamond Trip, это Director Trip и Ambassador Trip. Там еще получше гостиницы, но уже в директор-трипах. Даже иногда думаем, где же еще лучше. Ну, есть. Вот. А с президента еще происходит что-то, что я еще не слышал в ни одной компании мира. Вы становитесь собственником Zenzino. Вы получаете акции за бесплатно. Когда вы становитесь президентом, вы получаете 200 тысяч евро в акциях. Они конвертируются в акции и по курсу того дня, и вы эти акции получаете. А с других президентов вы получаете тоже больше еще акций, и больше, и больше. Так что это очень интересная карьера. И если вы посмотрите на акции,
Вы можете покупать уже сейчас акции Зензино, так что становиться собственниками в Зензино. И вы можете прочитать там все данные про Зензино и все отчеты, финансовые данные и все. Ну, и сейчас мы обсудили несколько бонусов только, но есть еще очень много бонусов, про которых мы еще не говорили. Так что если вы посмотрите комиссионный план, это только часть всего, что вы получаете. Ну и про поездки я уже говорил. Теперь посмотрим то, с чего я начал. Я начал с Пола Зейнпилзера, как создать миллиардный бизнес. И он говорит, что надо найти какую-то проблему, которая у большинства людей. Мы нашли проблему, которая у 97% всего населения мира. За 120 дней мы можем исправить это, и мы можем сделать тест, и показать, и почувствовать, и показать, и доказать. 95% всех людей, с которыми мы начинаем, мы возвращаем в норму. Иногда, очень-очень редко, нам не получается вообще, но чаще всего, если мы еще работаем с этими людьми, у них было там от 30% они дошли до 60 или 70, как я, и тогда они должны немножко, немножко, как какое-то слово будет, это делать по правилам, а не так, как они придумывают. Так что мы нашли очень хорошее решение, и это стоит на сегодняшний день это 41 евро, если подсчитывать Balance Oil, одну бутылочку Balance Oil. Это доступно всем, почти всем. Я не говорю про людей, которые в Индии или в Африке голодают. Я говорю про западные страны или вот те страны, в которых люди ездят на машинах, идут на работу. И вот я про эти страны говорю. 41 евро – это мало. И мы 10 лет впереди конкуренции. Так что у нас все есть, чтобы это создать с вами совместно. И есть такая книга, называется «Blue Ocean» – это «Синий океан». Что имеется в виду? Красный океан – это вот представим себе, что вы хотите продавать телефоны. Вот это будет Красный океан. Или вы хотите продавать какие-то витамины без тестов. Вот это будет Красный океан. Вы будете очень жесткой, конкуренционной борьбе с другими. Потому что кто продает телефоны и кто у кого телефонные компании, это очень занятый рынок. И вы тогда будете показывать всем, что ваш продукт лучше и там, и так далее, и так далее. Но Синий океан, это где пусто, ничего еще нету. В питании, основанном на тестах, это Синий океан. Это ничего еще нету в мире. Есть одна или другая компания, которая уже нас пробует копировать, но это очень мало. И будущее еще все впереди. Здесь легче работать, не надо объяснять, не надо бороться и на других что-то говорить, надо просто показывать, что мы делаем тесты, что мы возвращаем людей в норму, и нам это идет очень хорошо. Так что место для вас подготовлено в первых рядах, и мы можем помочь вам. У нас есть система, так как и сегодняшний день вы на лекции, вам даже не надо рассказывать всего этого, вы можете позвать ваших гостей на эту лекцию, и мы будем это рассказывать. Ну, и если вы тут слайд, вы не можете из этого слайда нажать на эти Zoom-линки, но если вы хотите, вы можете получить вот этот слайд с линками, это будет PDF, где вы нажимаете на любой линк, и вы тогда можете получить зайти в комнату Zoom на английском, в такие презентации, на немецком, на французском, на испанском, на
турецком языке или на русском. Сейчас мы это поставим сюда в этот календарь. Значит, у вас, если есть друзей по всему миру, вы можете строить этот бизнес с ними на их языке, потому что они пойдут на эти лекции на их языках. Я вам в чат пришлю линк, через который вы можете найти вот файл, в котором есть вот активные эти линки. Хорошо? Так что давайте строить этот бизнес совместно и давайте вспоминать свои мечты и достигать их. Давайте сейчас я в чат положу тогда линк на эти активные линки. Хорошо? Так что секундочку еще подождите. И сейчас я это сделаю. Так. Ну вот. Копию. И сейчас положу сюда в чат. Вот. Если вы сделаете копию вот этот, сейчас секундочку. Ага, так. Для всех. Да. Вот. Видно, да? Заходите в чат, делайте копию вот этого линка, и через этот линк вы попадете в файл, который с активными линками. Да? Попробуйте, получается или нет. Чтобы и напишите мне в чат, получается ли вам зайти в этот линк. И еще раз спасибо вам большое. И напишите мне в чат, получается или нет, вы видите эти ссылки или и когда нажимаете в файле на любую презентацию, вам показывает Zoom комнату или нет. И еще раз прошу прощения за мой русский. Буду все лучше и лучше, когда я буду это делать чаще. Да, все, вижу. Рита пишет, что все работает. Очень большое спасибо. О, нас тут было много, 67. Спасибо и до следующих встреч. Пока.